Всем привет, друзья, канал Максалин. В работе у нас Kia K5. Автомобиль приехал к нам, сделал еще молодец салона. Разобрали. Краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в багажнике. И несколько кусков гидропласта по небольшой полосе на задних арках. А это в автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне, также кое-где вибропласт присутствует. Ну, по дверям видите, такие вот куски вибропласта тоже присутствуют. Надеемся не устраивать данную шумоизоляцию. Подготавливаем поверхность и приступаем исправлять. Мы начали клеить вибропласт на Kia K5. Проклеен у нас прокатан валиком пол в салоне. Двери нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Приступили клеить второй слой, это мембранная шумоизоляция, Integra 6 мм. По багажнику также проклеен пол в багажнике, задние арки, крылья. Продолжаем работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Kia K5. Проклеено с шумопоглотителем пол в багажнике, задние арки, крылья. Также проклеен пол в салоне. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Это у нас эксперт, толщина его 15 мм. Мобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!